В этой инструкции мы расскажем вам, как купить Unity Split лицензию на сайте продукта DeFiU за токен Ultima. Перейдите на сайт DeFiU. В правом верхнем углу нажмите на кнопку Sign In и авторизуйтесь. В открывшемся дашборде в правом углу под реферальной ссылкой выберите раздел Unity Split. Проскрольте страницу вниз. Вы увидите список доступных к покупке лицензий в разделе Unity Split Licenses. Обратите внимание, если в данный момент будет проводиться промо-акция, то на первой вкладке вы увидите предлагаемые в рамках нее лицензии. Покупка акционных лицензий происходит аналогично описанному в этой инструкции процессу. Выберите подходящую вам лицензию и нажмите на кнопку Purchase – покупка. Откроется окно, в котором вам будет предложено выбрать способ оплаты. Выберите Ultima, подтвердите согласие с условиями, поставив галочку, и нажмите Purchase – покупка. В открывшемся окне будет указана сумма в Ultima и адрес кошелька, на который нужно перевести указанную сумму. Адрес также будет доступен в виде QR-кода для отправки транзакций из мобильного приложения. Чтобы оплатить, отправьте необходимую сумму на указанный кошелек. Пожалуйста, отправляйте точную сумму, которую видите на экране. Дождитесь оповещения об оплате. Теперь лицензию необходимо активировать. Для этого перейдите в раздел меню «My Licenses», найдите купленную лицензию и нажмите на кнопку «Activate». Если вы хотите посмотреть историю активации, перейдите на вкладку «Activation History». Готово! Вы приобрели и активировали вашу лицензию. Теперь вы можете заключить сплит-контракт на доступный лимит вашей лицензии. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете отправить их в нашу службу поддержки, и мы с радостью ответим вам.